В парке Минного городка прошла последняя в этом году выставка «Раздача бездомных животных на открытом воздухе». Всего волонтеры движения «Спасем жизнь» привезли 10 собак, почти 60 кошек и 4 хомячков. Так, например, котенок Рыжик всячески пытался привлечь внимание будущего хозяина. Вообще ищем как бы друга, просто именно чтобы животное домой подружиться, как бы не для выставочных каких-то целей, не для развлекательных целей, там как игрушка, для полноценности семьи, как говорится. Красивый пес Терри, полосатый кот Гаврюша и множество других четвероногих ждали своих новых хозяев. На лицах людей, пришедших на выставку, можно было прочитать множество разных эмоций – от сожаления и сострадания до слез радости. Больше всех привлекла к себе внимание маленькая дружелюбная черная собачка, которая смело знакомилась со всеми людьми, которые к ней подходили. Покорила она даже мэра города. По итогам выставки удалось найти новый дом для 5 собак, 35 котов и 2 хомяков. Отметим, что перед тем, как отдать животное, волонтеры беседуют с человеком и заключают договор об ответственном содержании. А после поддерживают связь, чтобы знать, как складывается судьба хвостатых. Также на мероприятии Константин Шестаков вручил благодарственные письма. Благодарность главы города объявляется Захаровой Анастасии Сергеевне за активную гражданскую позицию, участие в общественной жизни, организацию проведения социально значимых проектов на территории города Владивостока, направленных на популяризацию гуманного и ответственного отношения к животным. Привет! Такие выставки раздачи показывают, что есть много неравнодушных людей, готовых помочь беззащитным собакам и кошкам обрести дом. Отметим, что акцию организовало волонтерское движение «Спасем жизнь» при поддержке проекта «Животные города В», который реализует администрация Владивостока. Анна Дьякова, новости на 8.